В Чебоксарах завершился первый этап реконструкции детской музыкальной школы имени Ходяшевых. В этом году ее площадь увеличилась на 520 квадратных метров. Что уже сделано и что еще в планах, расскажет Сабина Вишневская. Раньше здесь был филиал. Наш филиал – это три старых кабинета. Теперь вы видите перед собой прекрасное здание, нарядное. Это сейчас просторные кабинеты и дизайнерские решения. А раньше всем желающим обучиться исполнительскому мастерству просто не хватало места. Около 400 учеников порой ютились в кабинетах, где даже не было окон. Но в этом учебном году условия изменятся кардинально. К школе по решению столичной администрации присоединили около 1500 квадратных метров соседнего помещения. Не было большого зала. Они освободятся. Раньше мы в этих залах вели учебные занятия, а теперь они будут работать по своему прямому назначению. Появится гардероб, которого у нас не было. В этом году детская музыкальная школа имени Ходяшевых вошла в топ-50 лучших детских школ искусств России. Теперь у учеников станет больше и качество обучения повысится, надеется директор. Тем временем в школе уже завершен ремонт системы отопления и отделка помещений первого и второго этажа. Установлены противопожарные двери. 520 квадратных метров площадей школы приобрели совершенно новый вид. Классные аудитории оформлены в едином стиле. До 1 сентября планируется завершить отделку внутренних помещений школы, зрительного зала и коридоров. К слову, музыкальная школа имени Ходяшевых не единственная в городе, где сейчас проходит реконструкция. Из муниципального бюджета на капитальный ремонт учреждений культуры только в этом году было выделено 32 миллиона рублей. А это значит, что к новому учебному году музыкальная школа имени Ходяшевых и еще 14 учреждений культуры будут полностью отремонтированы. Сабина Вишневская, Арена Гавелян, Игорь Зверев, Республика.